14 февраля 2012 год. Город Талдыкурган. Активист Алматинского областного оргкомитета по созданию Народной партии «Алга» Наталья Нурланова направляется к зданию Департамента комитета национальной безопасности по Алматинской области для вручения петиций в защиту Владимира Козлова. Вручение. Вручение. Вручение? Ага. Убирайте это, снимайте. Почему не снимаете? Ты в силу, что обмете? Конечно, есть. Ты откуда будешь? А вы кто? Ау? Ты кто? Привет, а, представь. Нет, ты же сотрудник. Ты же должностное лицо. Ты убирай это что? Нет, ты представься мне. Что ты снимаешь? Да, нет. Я снимаю, мало ли чего могу снимать. Я все снимаю. Пойдем. Я все снимаю. Ты представься. Представься. Пойдем. Представься. Вы выключи. Представься. Выключи, говорю. Представься, документ покажи. Ты документ покажи. Тут написано, что снимаешь. Нет, вы подошли ко мне. Документ покажи. Выключи.